Всем привет. Вот помните, я вам показываю видео, как я сижу отдыхаю. Сегодня видео часть номер 2. Хочу показать свою готовую работу. Вот я ее уже доделала. Вот такая вот, видите, она получается красота. Очень красиво все переливается. Кстати, ножки вот и ручки и лица, это на иконах никогда не вылаживается. Многие пишут, почему, но вот, я не знаю, но в церкви тоже я смотрела, иконы никогда не вылаживаются. Но вот, в целом вот такая вот получилась картина. Очень красивая. Да, вот Света тут мне подставляет еще одну картину, на ней тоже. Не выложила. Тут из-за того, что стекло, оно отсвечивает. Но тут тоже не выложено. Но тоже она красиво светит. Ну, давай, Маш, покажу. Смотрите, Маша хочет показать, как у нее аквариум светится. Видите? Это у нее там петушок ее сидит. Все. Маша довольна осталась. Ну, и вот моя законченная работа. И начну скоро вылаживать другую работу свою, которую буду я вылаживать. И вот такие вот дела, короче, ребята. Видно? Если вам понравилось, как я вылаживаю работу,